Я здесь отвечу на вопрос, который убрали, как не относящий к делу. Что вы все время говорите «Европа, Запад», у нас менталитет другой. Я хочу сказать, что это ссылка на менталитет, это опять же наша власть придумывала. Назарбаев все время говорит, откуда я найду вам 18 миллионов американцев? Это он вас дурачит. Типа у меня нет таких умных людей, наши такие дураки. Они только бешбармак могут кушать и на лошадях кататься. Это таким образом он унижает и опускает нашу нацию. Менталитет никакого отношения не имеет к тому, что предлагается. Вот вы катаетесь на иностранных машинах. Вам что, менталитет нужен? Или автомат, коробка, или ручная? Что вам сложно туда влево-вправо двигать? Вам что, менталитет казах мешает? Вот тогда казахи должны только на лошадях ездить, что ли? Или менталитет казаха мешает вам макароны производить? Или что, менталитет казаха мешает пользоваться интернетом? Инстаграм, Фейсбук, Телеграм? Какое отношение имеет менталитет? Менталитет совершенно другое. Мы должны овладеть всеми технологиями, которые существуют в мире. Вы же пользуетесь технологией, летаете на самолетах, пользуетесь, извините, туалетной бумагой, покупаете диски. Кто еще, и казахи изобрели, что ли? И что, менталитет нам не мешает этим пользоваться? Политическая система, парламент, все политические инструменты, партии и так далее, тоже не казахи выдумали. Что нам мешает воспользоваться? Если мы на машинах их ездим, то также мы можем освоить эти политические инструменты. Это Назарбаев голову морочит специально, чтобы всегда одному оставаться у власти. Мы также освоим эти продукты, политические продукты, как машины и так далее. И можем, будем пользоваться. И к нашему менталитету никакого отношения нет. Мы будем петь свои казахские песни, играть на домбре, танцевать и так далее. Есть бешбармак, менталитет никакого отношения не имеет. Вы просто станете богаче, и все. И общество будет справедливое. Система, о которой я говорю, работает во всех странах, ведущих странах мира. В Таиланде работает, даже в таких странах, Таиланд, Филиппины, Япония. Все ведущие страны мира, они что, у них менталитет у всех одинаковый, что ли? У американцев свой менталитет, у немцев свой менталитет, у французов свой. Тем не менее, модель управления одна. Это как колесо. Не зависит от менталитета. Колесо и в Африке колесо. Так и здесь тоже политические партии, модель управления. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в демократический выбор Казахстана.